Барыс командасын құрамен таныстырып кетейін. Бүгін Барыс командасын қақпасында 35-ші номерде Марк Ламо тұратын болады. Оның көмекшісі 23-ші номерде Алексей Кузнецов. Қорғаушылар Антон Казанцев. 22-ші номерде Томаш Клоучев. 24-ші номерде Бронислав Мезей. 37-ші номерде Кевин Делман. 44-ші номерде команда капитаны Александр Титов. 59-ші номерде Сергей Имаев. Барыс командасында Илья Соларев. 48-ші номерде Роман Старченко. 68-ші номерде Вадим Краснослободцев. 70-ші номерде Максим Беляев. Және 88-ші номерде Евгений Рымарев. Барыс командасының бас бапкері Высоцкий Александр Анатольевич. Под зажигательный танец Барсика, символа команды Барыс, я познакомлю вас с составом гостей. На воротах сегодня будет кто-либо номер 37 Иван Касутин или же номер 69 Сергей Хорошон. А в защите сегодня сыграют номер 4 Андрей Телюкин, номер 7 Ильшат Белялов, номер 12 Денис Соколов, номер 19 Томаш Староста, номер 34 Евгений Ресенский, номер 39 Сергей Бернацкий, номер 46 Николай Лукьянчиков. В нападении сегодня играют номер 10 Петр Губачек, номер 11 Александр Исламов, номер 17 Радик Закиев, номер 22 Максим Краев, номер 23 Дмитрий Макаров, номер 26 Василий Смирнов, номер 29 Владислав Ком, номер 47 Сергей Аншаков, номер 70 Дмитрий Обухов, номер 73 Игорь Мусатов, номер 77 Руслан Берников, номер 78 Андрей Иванов, номер 96 Евгений Лапенков. Тренирует команду «Нефтехимик» главный тренер Крикунов Владимир Васильевич. Мехамбатта Жан Кюрлер, енді 2 минуттан кейін Барыс және «Нефтехимик» командаларының хоккейшілер Торпедо, ал 5-ші орында «Витязь» 10 ұпаймен олардың бір ойыны тең. 3-ші орында бүгінгі